написал Владимир Коровинцын. Самый современный и очень любимый детьми и взрослыми композитор. Владимир Вельянинович родился в 1956 году в городе Великом Новгороде. Там он окончил музыкальную школу и музыкальное училище по классу баяна. А затем в 1981 году Ленинградскую консерваторию имени Римского-Корсакова с отличием закончил композиторское отделение. Он член Союза композиторов России, лауреат международных и всероссийских конкурсов. Сейчас, в настоящее время, живет и работает в родном городе. Музыка, написанная Владимиром Коровинциным, уникальна разнообразием форм и жанров, тем и творческих находок. Он пишет музыку для фортепиано, для баяна, для хора, камерного и симфонических оркестров. У него очень много песен и духовных сочинений. Музыка его отличается особой мелодичностью, современностью интонации, особой тонкой гармонизацией и пианистичностью, очень удобно ложащейся на руки фактуры. Мое знакомство с творчеством этого композитора началось в 2008 году, когда я приобрела сборник «Детский альбом». Пьесы, представленные в нем, покорили меня вот своими современными интонациями и образностью, очень понятной для детского восприятия. И сразу же на следующий год мы с учащимися фортепианного отделения провели концерт, который назвали «Знакомство с новым сборником». В нем ребята играли уже полюбившиеся им пьесы этого композитора. И впоследствии, приобретая новый сборник этого композитора, я старалась включать пьесы, входящие в них, в репертуар своих учеников. В настоящее время неоспоримым фактом является то, что Владимир Коровинцын – самый издаваемый композитор, пишущий музыку для детей. Он говорит, что музыкальное образование – это большой труд над самим собой. Сам по себе интерес к действительно красивой музыке не придет. И в то же время понимание настоящей музыки делает человека по-настоящему счастливым. И я согласна с высказыванием одного из почитателей творчества Коровинцына, который говорил, что исполнять эту музыку только может тот, кто действительно в нее влюблен. Я очень надеюсь, что после сегодняшнего нашего концерта возрастет число любителей и почитателей творчества этого композитора. Мы назвали свой концерт «Поэтическое настроение». И, конечно же, поэтическое настроение невозможно без поэзии. И наряду с волшебной музыкой Коровинцына прозвучат, как мне кажется, не менее волшебные стихи наших местных поэтов. Валентины Павловны Венедиктовой, Ольги Степановны Лифановой, Людмилы Васильевны Мечтаевой, Валентины Ивановны Осиповой, Евгении Тихоновой, Елены Павловны Безуковой, Валентины Долженец, Юлии Шлаитовой и Нины Мирсковой. Любовь является как чудо, а муж с волшебной стрелой за нами следует повсюду, рисуя облик неземной. И этой участи, поверьте, еще никто не миновал. Цветет улыбкою бессмертие, любви прекрасный идеал. Всевышний сеятель небесный, с тех пор, как землю сотворил, венцом любви попарно вместе навек людей соединил. Но наша юность так беспечна, и здесь бессилен сам Творец, что мы меняем бесконечно однажды принятый венец. Трепетностью и душевной теплотой пронизана каждая интонация пьесы, которую сейчас прозвучит. Владимир Коровинцын, «Эвридика». Thank you.
Я к солнцу руки протяну, я поспешу навстречу свету. Волшебным облаком клубится черемух пряный аромат. И хочется опять влюбиться, как много лет тому назад. Пусть возраст подают морщины, пусть вспять не повернуть года. Для грусти, правда, нет причин. Душа, как прежде, молода. На эти замечательные строчки местной поэтессы Татьяны Тихоновой много лет тому назад наш замечательный музыкант Иван Иванович Мутин написал музыку. И однажды на одном из концертов мы с ним исполнили этот романс. А сейчас вы услышите инструментальный романс, который написал Владимир Коровицын для фортепиано.
Thank you.
Thank you.
Ильича в роли модельера выставляли на показ наряд. Дуб одел красивую рубашку, на 100 лет он в ней помолодел, и жилет у деда нараспашку, видно, удивить всех захотел. А березка, будто выпускница, в белом платье, с золотой косой, разве может кто в лесу сравниться с этой удивительной красой? Рядом клен, и стройный, и высокий, элегантный, гордый, как пижон, от тепла порозовели щеки, соседством милым окружен. Вздрогнула несмелая осинка, словно выйти хочет в хоровод, замелькала красная косынка, расступись, дорогу ей народ. На рябинках бусы, как кораллы, в день осенний, словно золотом горят. Ну, а вязы, будто генералы, собрались на лесной парад. Хороша задумчивая ива, и она в коллекции лесной, как всегда горда, неторопливо, в светло-серой юбке расписной. Сколько красок, нежности и света всем нам осень щедро раздает. Поневоле станешь с ней поэтом, до души и сердца достает. Владимир Коровицын, «В осеннем парке». Очень близка этому настроению. И называется она «Мелодия дождей». Исполните ее вам, шаманин Лариса Владимировна и мне, Владимир Петров.
Схоронилась река подо льдом. Снег лежит и тает. Он прекрасен всегда, первый снег. В ритме вальса снежинки кружатся. Чистота, тишина от земли до небес. И душа хочет к Богу подняться. Как к лицу земли белый наряд. В нем похожа она на невесту. Стар и млад снегу первому рад, как тогда, в том далеком детстве. Помню, выпадет первый снег, а его с нетерпением мы ждали. Самки в руки и, сделав забег, на горанину быстро бежали. Горку за ночь прикроют снежком, прицепляем друг к другу салазки, паровозиком мчимся, а в гору пешком. Детство было счастливым, как в сказке, а теперь выйду ночью к крыльцу. Снег направо, снег налево. Кто же это мне смотрит в лицо? Может, снежная королева? Наслаждаюсь пушистым снежком. Он ласкает мне щеки и губы. Все печали скатаю в один снежный ком. И мгновенно их забуду. Как в природе много чудес, но чудеснее первого снега. И блаженство исходит с небес, и в душе изливается снег. Владимир Коровицын. Снежинки исполняет вот такие.
пробредет лосиха, встряхнув с ветвей шуршащую навивку. Чуток ей сон, она лишь дремлет, и каждый звук с тревогою приемлет. Вот скрип саней, вот звуки топора, вот жутким треском руха сестра. О, человек, пожалуйста, запомни, нельзя губить волшебную красу. Не приживутся елки в теплом доме, и лучше здесь, в заснеженном лесу. Предновогодье суетные дни, пусть только радость принесут они. Убийством елок их не омрачай, в лесу ты с ними встречи назначай. Ведь хоровод водить под Новый год в лесу, признаюсь, даже интересней. А елки будут долго-долго жить и вспоминать самих людей, их песни. Живи, елочка! Музыка Коровицына, слова Ирины Токмаковой. Исполняет Локтева Татьяна. Тем, что уходящий вспоминает все, что было в ней, в этой ненасытной, состоящей из огня, и света, и теней. Владимир Коровицын. Импровизация. Thank you.
уже меняет. Все раньше солнышко встает, мир греет теплыми лучами, на сердце радость и полет, вновь меняемся мы сами. Как много чудных нежных слов весне поэты посвятили, она прекраснее всех снов, весной надеюсь. Приход весны волнует кровь, нельзя все выразить словами, пирог бумаги тянет вновь, и что-то происходит с вами. Вокруг так много хмурых лиц, очнитесь, люди, поглядите, пришла весна, зиме конец, глаза и душу распахните. «Приход весны» — так называется следующая пьеса. И я очень надеюсь, когда будет звучать эта музыка, полная весеннего света и оптимизма, в нашем зале тоже не останется ни одного хмурого лица. Ведь сегодня первый день весны. Даря и любовь, и свет, всю планету от края до края, закрывая от горьких бед. Владимир Коровицын, рождественская поэма, исполняет хор преподавателей. Thank you.
спасибо всем, кто пришел сегодня на наш концерт, всем преподавателям, что участвовали в этом концерте. Конечно же, моим ученикам, Шаманиной Ларисе Владимировне, Наталье Николаевне, техническому редактору, и, конечно, самой юной нашей участнице, Лукцевой Тане. И мне хочется посвятить этот концерт юбилею Коровицына, ему 60 лет в этом году, и, конечно же, юбилею нашей школы, которая у нас близится. Я положу себе разницу слов, да? Потому что, ну, во-первых, мы с вами сегодня пришли в обновленный зал. Все вы заметили, да? Мне кажется, вот такое большое мероприятие, что первый раз у вас такое, да, в этом убранстве и во всем остальном. То есть мы очень рады, что была такая вот возможность сделать этот ремонт в этом зале, приобрести жарить и занавес. То есть зал будет жить, зал будет жить. И вот сегодняшнее такое вот мероприятие камерное, то есть зал, он сам по себе вот предназначен для проведения вот таких небольших камерных вечеров. Конечно, за это спасибо администрации, которая выделила огромное количество денег. То есть такое количество нам никто никогда не выделял. Вот, это было впервые. Ну, по сегодняшнему концерту, вот перефразирую, если сказать, наверное, словами Глинки, вот у нас есть вот его портрет, музыка – душа моя. То есть вот сегодняшний музык, который мы с вами услышали, да, вот ее надо, наверное, отнести к разряду душевной музыки. Как сказал Чайковский, что важнейшее из искусства – это музыка. А вот я сегодня сказал по-другому, что встретились три вдохновения – музыка, поэзия и фотография. Вот благодаря всему этому, да, мы с вами сегодня побывали в зимнем лесу, мы сегодня увидели с вами лучик солнца, который я обвинил в деревне. Мы сегодня с вами побывали в Ильинском красивом цветочном лугу. Мы сегодня побегали по дождю. И все это было, в общем-то, очень понятно и доступно благодаря соединению вот таких трех искусств. И даже фотографии, я смотрела, я, конечно, не буду утверждать, но многие фотографии вот именно нашей природы, нашего с вами края. Поэтому, наверное, вот сегодняшнее вот это мероприятие получилось таким вот теплым, красивым, вот благодаря всему тому, что вот и поэзия наших местных поэтов, да, вот, и такая прекрасная музыка, конечно же, фотография. Ну, и, конечно же, мне сегодня хочется сказать Надежде Петровне огромное спасибо. Ради ее таланта это соблюдение вот таких каменных вечеров. То есть это начиналось очень давно. И, наверное, первый вечер, который она проводила в школе, насколько я помню, это был вечер старинного романса. Мне кажется, вот такие вечера должны повторяться и должны быть в системе, наверное. Надежда Петровна, спасибо тебе. Во-первых, трудолюбие, за твой профессионализм, за твое, как скажем, преданность вот, своему делу. Вот сегодня мы услышали только одну ученицу, а вообще, когда она проводит вот школьные вечера, то есть играет весь ее класс. Вот это ее очень большая заслуга. Спасибо тебе огромное. Ну и еще раз, конечно, вот спасибо всему коллективу, то есть вы сегодня видели не одного человека на сцене, а весь коллектив. То есть это работа, опять-таки, поддержка вот всего коллектива. Это тоже очень отрадно, очень нужно, очень полезно. Спасибо вам, Ларисе.
водить не